В большом концертном зале в эти минуты можно услышать шедевры русской классики. Все это в исполнении звезд оперы 21 века. На одноименном концерте побывала Карина Насрутдинова. Ей слово. Русская музыкальная классика – это не только предмет всемирного восхищения, но еще и одна из величайших загадок российской культуры, разноликая, поражающая многообразием характеров. Чайковский, Рахманинов, Мусоргский. На подмостках концертного зала звучали шедевры в исполнении звезд оперы 21 века. Баритон Василий Ладюк давно снискал призвание критиков и публики, лауреат многочисленных международных конкурсов и премий. Он активно гастролирует на родине и за рубежом. С первых минут певец заворожил зал необычайным звучанием, красотой тембра. К слову, перед выступлением артист традиционно выпивает чашку кофе. Это помогает взбодриться. На казанской сцене музыкант выступил с оперной звездой Алиной Яровой и привез свой талисман. У меня есть подтяжки, которые были подарены мне моим другом 10 лет назад, который всегда ездит со мной. Они такие в ноточке. Фортепиано заслуженного артиста России Петра Дмитриева дополнило звучание голосов. Карина Насрутдинова, Павел Прищепов. Вести Татарстан.